Подмосковье охотничья собака напала на 6-летнего ребенка. Во время прогулки мальчик хотел погладить животное. Тогда пес неожиданно и набросился на мальчика. Во-первых, мальчик упал и получил сотрясение мозга. Прокушена ручка, прокушена щечка возле глаза, нос насквозь, крылья носа. Под носиком вот эта перепоночка, над глазиком. Я уже не говорю заголовку, которая здесь просто был снят скальп. Ему собирали, делали операцию. Все произошло в поселке Немчиновка. Ребенок играл недалеко от своего дачного участка вместе с другом. В этот момент мимо проходил сосед с собакой без намордника. Дети решили погладить животное, но пес оказался явно не в настроении. Он покусал ребенка за руки, лицо и повалил на землю, а после убежал обратно во двор к хозяину. На крики мальчика выбежали родители, они вызвали скорую полицию. Пострадавшего осмотрели врачи, оказали ему первую помощь. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.